Приветствую всех на моем канале, меня зовут Катя, и обычно я снимаю видео про гипс и свечи. Но сегодня я хочу записать видео про то, как я собираю чемодан. Я сама очень люблю смотреть подобные видео, так как мне интересно, как люди организовывают пространство в доме, в комнате, а также в сумке и чемоданах. Путешествия, сумки и чемоданы я собираю по чек-листам, так как это экономит время и не нужно переживать, что ты мог что-то забыть. Поэтому я хочу этим поделиться с вами, так как для вас это может оказаться полезным. Мы с мужем отправляемся в мини-отпуск всего на 4 дня, поэтому я постараюсь взять немного вещей. Обязательно смотри это видео до конца и приятного просмотра! Чек-листы я составляю по 5 основным пунктам. И первый пункт – это одежда и обувь. Предварительно я глажу всю одежду, которая потребуется в отпуске. Теперь я сворачиваю одежду в рулончики. Таким образом, одежда меньше мнется и ее можно компактнее упаковать. Раскладываю вещи в органайзеры. Они очень удобные. Покупала я их очень давно на AliExpress, но их можно также приобрести и на маркетплейсах. Несмотря на то, что сейчас лето, к сожалению, погода прохладная, поэтому решила взять с собой побольше теплых вещей. Также я беру с собой сменное белье, носки, пижамы в отель и сменную обувь. Необходимые средства для ухода и гигиены переливаю в маленькие флакончики. Покупала их на Wildberries. Также на маркетплейсе приобрела удобный органайзер для электрической щетки. Дополнительно флаконы упаковываю в пакет с зип-замком.
Второй пункт чек-листа – это гигиена. В этот пункт я включаю шампунь, гель для душа, влажные сухие салфетки, антисептики, зубная щетка, паста и так далее. Все, что вам необходимо. Все складываю в водонепроницаемые косметички, покупала их в Магнит Косметик. Беру необходимую косметику для макияжа, кисти для макияжа, ватные диски, палочки, а также уход для лица. Я всегда беру с собой пластыри, хлоргексидин, жаропонижающее, обезболивающее, средства от отравления, а также средства для пищеварения и противоаллергическое. В рюкзак я складываю необходимые вещи для быстрого доступа. Во-первых, это еда. В этот раз я решила взять с собой печеньки, орешки с цукатами, овощные и фруктовые чипсы, а также круассаны и воду. Также я беру с собой документы, влажные салфетки, пластыри, зарядки и наушники.